строим. По чуть-чуть друзья строим. Это у нас третий день работы. Здесь в два блока ложится, и между ними утепляется вата. Видите, такой. Ну, скоро будет чудо. Ну и, конечно же, я во всей красоте, друзья. Ну, неудивительно, стройка. Красота. Еще сегодня будем достраивать здесь тоже доску. Это крепление, чтобы не снесло крышу. Вот такие вот держат. Всем привет, продолжаем работать. Построили уже и затянули немного цементом. Вот такая красота. Так что продолжаем работать. Гипсокартончиком обшили. Сейчас к стеночкам будем переходить. Доброе утро. Уже начинаем красить. Установили door and window. Это дверь. Окном вот такая красивая штукенция выходит. Ладненько, будем работать. Все, всем пока. Ну что, друзья, надеюсь, вам понравилось видео, там где я во всей красоте делаю пристройку. Пристройку я делаю с Миком, это мой друг с Англии. Здесь не так уж и просто в Англии устроиться на работу без языка, поэтому я пошел работать подсобником к Мику по стройке, по строительству. Делали мы пристроечку, как вы видели, очень интересно. Мик настоящий мастер, профессионал. Что у нас по плате? По плате у нас получается 70 фунтов в день он платил. В неделю это 140, и в месяц это 1400 фунтов стерлингов. В принципе, хорошо, можно было бы зарабатывать больше, если бы я бы делал сам. Но чуть-чуть отличаются ремонтные работы, те, что у нас делались, и те, что я в Израиле делал, чуть-чуть специфика другая. Поэтому мы продолжаем работать, друзья, продолжаем развиваться, продолжаем учиться, учить английский язык, потому что без языка, к сожалению, тут тяжело. И еще у меня небольшое ЧП произошло. Я в предыдущих видео, может, вы и слышали, не слышали, если не следите, я повторю, отправлял водительские права на замену великобританских, и, к сожалению, не пришли ни те, ни те. Но потом вычитал, что украинские они отправляют в Украину, а потом типа взамен должны британские. Но британские, к сожалению, мне не прислали. Вот уже почти где-то около месяца прошло. Ждем, ждем и ждем. Пока что даже не могу водить. Все, друзья, всем удачи. Bye.